Друзья, прекрасен наш союз. Рада вас приветствовать. С вами Татьяна Любимова, я природная ведущая. Ну а вы находитесь на моем таро-терапевтическом канале Любимова ТВ. Дорогие, посмотрим, что сию минуту, сию секунду он думает о вас. То есть такая прям спешность, торопыжность, да? Что там, какие-то изменения или вообще, ну вы знаете, ваша ситуация. Посмотрим, что там нам покажут. Поставьте сразу лайк данному видео. Пусть алгоритмы YouTube помогут продвижению с вашей помощью. И это будет мотивация. Продвижению не только видео, но, естественно, рекомендует мои видео и мотивирует на наши новые встречи с вами. И чем большее количество человек посмотрит, тем, конечно же, будет лучше. Дорогие, у меня есть второй канал. Называется он «Магия, психология, Таро». Пройдите по подсказочке и подпишитесь. Там тоже очень много интересного. Кстати, сейчас у меня вышло видео в трех вариантах. Ну, вы можете все три смотреть. Там можно послушать внимательно, да, как можно сделать. И по поводу мужчины, по поводу партнера или человека, который вас интересует, вот как раз-таки, что он делает на самом деле, да, чем он занят, когда он говорит, что он занят, то есть пора ли уже лапшу сушек сматывать, или все там прекрасно. Пойдите, посмотрите, будет в конце видео, и сейчас по подсказочке сверху. Можете пройти и ознакомиться, смотрите скорее, потому что некоторые видео я буду ограничивать по времени просмотр. Это тоже важно для всего, для многого. Итак, дорогие, давайте смотреть, что здесь сейчас. Смотри-ка, все выходит перевернутое, все вообще позиции не хотят ложиться ровно сейчас. Что-то происходит с человеком не то. Счастье, несчастье. Люблю, чувствую, разлюбил. Потом опять полюбил, возможно. Хочу, вот, да, горизонтально, физически не могу. Не хочу. Девятка мечевая, страхи, бессонные ночи. И стыдно за что-то, может быть. И отдыхает он плохо. Он практически, как бессонница у него. Или же он перезагружен, мало отдыхает. Страхи, мысли тяжелые. В принципе, здесь человек на коне, ярких энергий. Пришел, увидел, победил. И вот когда я говорю, что гусарики, поручики ржевские сюда же, да, вот такой вот физкультурники. Парни, мужчины для прекрасного проведения времени, для того, чтобы женщина вспомнила, что она женщина. Но сейчас что-то там, как-то, знаете, грустно-печально, пошел в свою пещеру, очевидно, плакать. Ну, в общем-то, ранки зализывать. Что-то тут с ним не то. Но мы перепроверим, что с тобой, скажи нам. Так, вот здесь денежное, радостное счастье и событие какое-то. Вообще-то здесь он на будущее большие цели себе ставит и планы. О, какие сильные, серьезные. Вы знаете, он прям на такую карьеру возлагает надежду, на большую, на социальный подъем и вообще на карьерный рост и на такое будущее волшебное. Причем у него удача, человек-везунчик. У него прямо в мыслях, а что в ногах, прям очень большие действия. Он ждет, пождет. Но здесь вот пока еще в ногах то, что он топчет. Перетопчет. Он очень много выжидает, потому что у него очень много не сходится. Как говорится, дебет с кредитом не сходится, желаемое с действительным. Пока он перетаптывается, и многие его проекты, и замыслы, и воображариум его терпит какие-то разрушения, какие-то неувязочки у него происходят. И то ли поражение, то ли вообще смена планов, но, в общем-то, сметает все подчистую, поэтому, но, возможно, ему и придется проститься со своими несерьезными замыслами, какими-то чрезмерно
такими гиперболизированными, да, придуманными и усиленными, то, что не имеет под собой реальной основы. Не все его «хочу» может реализоваться, но в мыслях он очень-очень высоко, далеко и так масштабно смотрит, и желание у него очень многого достичь. Человек авторитарен и навряд ли потерпит конкуренцию конкурентов рядом с собой. Он будет всех сметать на своем пути для того, чтобы добиться желаемого. Но пока у него все идет, ну, наперекосяк, мягко говоря. Это в общем и целом. Давайте спросим мысли о вас сейчас, вот прям сию минуту. И, кстати, как резко вышла карта. Во-первых, он считает себя правым. Он понимает, что нужно за что-то даже извиниться. Но он считает себя очень сильно правым. И вообще, его бесполезно перевоспитывать, переучивать или переубеждать. Человек вот прям кремень, прав или не прав, вот он должен, такой, наверное, скорее всего, это такой характер, скорее всего, это его такая позиция жизненная. Я. Вот он сложно идет на компромиссы, но посмотрим, может быть, что-то может меняться. Разве что, если он будет под шафе, на веселе, будет доволен судьбой, собой и своими позициями, достижениями жизненными. Ну, в общем-то, твердый, мягкий, как карандаш. Думает он о вас, он приехать к вам хочет или с вами куда-то поехать путешествовать. Но это буквально какая-то, потому что командировочная, не очень долгая, отпускное. Или там планы на выходные дни, праздничные дни. Думает, он думает, как бы с вами повеселиться, порезвиться, но в первую очередь здесь очень какие-то конфликтные ситуации. Главное, чтобы вы на рожон, как говорится, не лезли, с ним не спорили. Потому что слово за слово, и может возникнуть очень большой конфликт, когда все это разрушится. Да, а так у вас очень хорошие перспективы и мероприятия, во всяком случае, в его голове сейчас, на данный момент. Что он там сегодня вообще делал? Давайте спросим. Ну что, крутился, как белка в колесе, денежку зарабатывал, причем у него какие-то финансовые проблемы, удержание может быть, или вложение очень серьезное, опять денежка, рыцарь Пентаклей, но он дружески относится и очень многое, опять же, по финансовой тематике, по материальной, вот у него дела какие. И что еще, и жезл, десятка тащит тяжело, помощи особо ждать не приходится, человек самостоятельный, всего добивается практически сам. Там очень много как бы на месте крутится, а хочется ему большего. Но пока вот так. Спросим, есть ли у него чувства к вам? Вот прямо сейчас, что он к вам чувствует? Да, солнышко здесь. Девчонки, он с вами резвиться хочет, отдыхать, вести себя как попало. Расслабляться. Не думать о серьезном. Просто взять и раз... Ой, вот, смотрите, пожалуйста. И здесь он вам может говорить, какой он здоровский, какой он классный, какой он... Как многого он добился и достиг. И опять же, король Пентаклей. Вот вы знаете, он какую-то такую отстраненную позицию может держать, немножко дружественную. Если он делает вам подарки, вы смотрите как. А может быть и не делает, потому что здесь либо жмут, либо человек, который рассчитывает, да, считает свои финансы, сколько он может вложить. Вот, ну, он думает, ага, насколько же она оценивает, в общем, да. Насколько она, значит, потянет. Вот сколько мой кармашек, на другую другая будет сумма, на третью третья. Девчонки, это я сразу. Критичность мышления. А сколько он вам готов дать, кстати говоря, раз уж пошло на то. О, здесь такая конкуренция. Он может даже провоцировать вас на ругачку, чтобы, ну, чтобы как-то улизнуть, вот. Знаете, возможно, еще смотря, сколько будет у вас воздыхателей. Вот от этого, наверное, тоже будет ли он вас добиваться в таком случае. Навряд ли. Пойдет лучше, отойдет в сторонку, будет вам другом, будет вздыхать, охать, ахать. Ну, что-нибудь на дармовщинку. Ну, вот порезвиться, порадоваться всегда, пожалуйста. Девочки, если вам мужчина ваш делает подарки, напишите в комментариях, пожалуйста. Пишите, пусть другие порадуются за вас и возжелают себе тоже мужчину, который бы одаривал. Давайте дарителя попросим, да, чтобы пришел даритель и, пожалуйста, только кубков. Это радости, это хорошее времяпрепровождение в кругу друзей, близких людей и даже, может быть, какие-то совместные планы и проекты, которые удачно
реализовались. Вот тут вот отмечать что-то. Может быть, это будет офисное, клубное, где-то в кругу друзей или семьи, свадьбы, торжества какие-то. То есть у вас здесь какое-то мероприятие в прямом смысле, но в переносном это все-таки радоваться. Радоваться будете вы с подружками сплетничать, что-то такое. Что бы он вам хотел сказать, ежели бы мог? Но он тут очень сильно вами искушен и пытается вас искусить. В общем, да, здесь зависимость очень большая мужчина от вас. Вот так. И хочет оторваться, и не может, девочки. С другой стороны, нужно, конечно, самой поаккуратнее, чтобы в плен не попасть. Но он сам попал в плен. Или еще попадет. Никуда не денешься, влюбишься и сами продолжите. Давайте, девочки, были... Не были бонусы у нас, да? Давно. Были или не были? Были. Давайте сейчас... Что бы такое запросить? Сбудется ли желаемое, да? Подумайте о чем-либо. Можете три варианта все задумать. Поставьте обязательно лайк. Подпишитесь, если не подписаны. Пусть все будет замечательно. Итак, первое, второе, третье. Смотрим, сбудется ли желаемое. Здесь сложный вопрос. Здесь сбудется при учете какой-то эмоциональной близости, помощи и примирения. Вот тогда сбудется, неважно, о чем вы спрашиваете. Здесь поддержка, здесь союз. Здесь почему-то не поодиночке надо действовать, а сообща. Тогда все будет замечательно. Ну, такая насупившаяся барыня, королевна. Прямо-таки червовая карта, а здесь, видите, пики. В общем, все прикольно, интересно. Ну, либо же стрелы. Но вообще очень-очень-очень интересно трактовать. Здесь можно очень долго. Те, кто желает обратиться индивидуально, читайте информацию под видео. Я смотрю, дорогие, экстрасенсорно. По фото и в каналах яснознания и сновидения. Второй – это мой магический инструмент. Я ведущая, парапсихолог, я не таролог. И еще, дорогие, сейчас видео у меня вышло на втором моем канале «Магия, психология, таро». Подписывайтесь на второй канал, он развивается только... Поддержите, мне будет очень приятно. И там вышло видео замечательное. Там вы можете вообще по вариантам посмотреть, кто любит. Да и вообще просто можете все варианты посмотреть. Оно не очень длинное, но очень информационное. О том, что ваши мужчины, ваш мужчина или тот, кто, кого вы хотели бы видеть в своих мужчинах, чем он занимается на самом деле, когда говорит вам, что он занят, да? Чем он там занят? Ну вот, интересно, посмотрите. Будет и в конце видео рекомендовано, ну и по подсказочке пройдите. Второе, сбудется ли желаемое? Здесь трудности есть. Здесь, знаете, здесь, когда обороняться, закрываться... И не видеть возможностей, а видеть препятствия. То есть, скорее всего, здесь дверка-то открыта у вас. Есть возможность, но вы каким-то образом сами закрываетесь, побаиваетесь, попугиваетесь. Вот. Ну, а вообще, здесь вам вот уловить вот этот посыл, эту мысль, информацию на себя проработать, да, что у вас там. Напишите, кстати, в комментариях. И я надеюсь, что... Данная информация, она будет вам полезной. И третье, сбудется ли желаемое? Дорогие, вот здесь очень большие открытия, большие дороги, большие скачки. Но они у вас почему-то не случаются. Почему? Вопрос. У вас есть все возможности, все шансы. Но сейчас дороги закрыты. Очень сильно. Может быть, да, исполнится, но гораздо позже. А вообще очень сильное желание, такое трансформирующее, переводящее вас на новые рельсы. Но, скорее всего, сейчас просто вы не готовы, или вот то, о чем вы спрашиваете, оно не готово быть реализовано по разным причинам. По каким? Это уже на индивидуальный сеанс. Информация под видео, я уже об этом говорила. Дорогие, спасибо, что были со мной. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии.
Всем обнимашки, с кем мы на одной волне. Благодарю вас за донаты, дорогие. Пусть ваши финансовые потоки, всегда об этом говорю, только усиливаются и радуют вас и ваших любимых. До новых встреч, дорогие. Пока-пока.